Через перепас уфимцы вышли из своей зоны. Но дальше вот неточные передачи. И Санников навязывает борьбу к Кулику за воротами Романа Вилла. Ой, как Кулик-то отдал. Да зачем назад-то Кулик отдал? Прямо под бросок Кузьмину. Ну что, хвалим, во-первых, Санникова за веселовую борьбу. Правильно? Давай посмотрим. Вот здесь борьба Кулика против Санникова. И вот шайба выходит прямо к Глебу Кузьмину. Отметим его действия. В какой-то мере он прочитал, что ситуация может развиваться таким образом. И классным броском, очень точным, он сумел пробить Романа Вилла.